В нашем городе очень много событий именно летом, и одно из них – праздник Колинс. Именно так мы называем то, что происходит сегодня, и мы избранные, мы та часть аудитории, которой повезло. Мы сегодня, как вы понимаете, даже в закрытом режиме. И мы хотели бы, чтобы вы провели это время активно, с интересом, поскольку праздник – это атмосфера, это эмоции, это угощение и, безусловно, подарки. Как вы знаете, джинсы – это наша фишка. Поэтому для того, чтобы джинсы было максимально удобно выбирать, на специальных демонстрационных манекенах наши покупатели могут видеть все основные модели женских и мужских джинсов нового сезона. Это заметно отличает данный концерт магазина от всех остальных. Это на самом деле ошибка, если многие думают, что мы продаем только джинсы и футболки. На самом деле у нас очень широкий ассортиментный ряд. Мы продаем также изделия верхней группы, куртки, рубашки, блузки. Также у нас большое количество в магазине базовых моделей. Вы можете увидеть их в центре зала. Это поло, футболки, базовые модели джинсов для любителей классики. У нас очень комфортные, удобные примерочные, светлые, с большим количеством зеркал. То есть вы можете разглядеть себя со всех сторон, выбирая определенные модели. Своего потребителя обязательно. И вы подчеркнете свой стиль, свою индивидуальность. И, конечно же, получите 5 от комфорта. Солнце на улице, лето на дворе. Люди целуются, радуются все. Яркие краски тут, а не во сне. Сегодня Коля дарит мне и тебе. Еще добавим пару фраз. Если бы выбирали джинсы, то... Колин. Если бы выбирали джинсы, то... Колин. Я не просто искала джинсы Колин. Я их нашла. Не они, они на мне. Твой еще и так. Я хочу еще несколько купить джинсов Колин. И еще раз рубашку Колин. Майку Колин. Ой, еще раз Колин. И прямо другого слова на ум не приходит. Из рук в руки. И после этого наш обязательный праздничный акцент комплимент угощений. Прошу, сертификаты для тех, кто готов обменять, и для тех, кто готов прийти позже. Прошу, друзья. Александра, Татьяна, Рамазан, к вашим услугам. Спасибо большое. Не расценивайте это как рекламный флаер. Флаером отношения у вас банальные. Я готова.